Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся наушники Soundcore Live Q30. И сейчас мы разберемся, как подключить данные наушники к устройству Android через Bluetooth. Итак, для начала мы перейдем в настройки Bluetooth на нашем телефоне Android. Заходим в настройки. Теперь переходим в Bluetooth настройки. Они уже включены. И теперь в доступных устройствах будем искать уже наши наушники. Теперь на гарнитуре на левом наушнике есть кнопка питания. Мы ее нажимаем и держим 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. По идее, мы должны держать эту кнопку, пока не замигает. Пока не замигает индикатор. Посмотрим в редко используемых. Ничего не появилось. Давайте еще раз. Попробуем. А если нет, можно еще раз нажать. Раз, два, три. Ага, вот. Вот, теперь она мигает синеньким. И вот они, наши наушнички. Блин, я не то нажал. Исчезни. Что это такое? Нет. Вот так вот. Хорошо. Теперь мы смогли подключиться к устройству Android. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!